بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Мои дорогие уважаемые братья и сестры, которые это слушают, во-первых, мы сегодня здесь, чтобы поговорить об одном великом человеке, который скончался около двух лет назад. Он был из этой мечети, из вашей местной мечети. Вам очень-очень повезло. Аллах не отправлял в этот мир людей подобных этому, кроме как, сделав это в качестве огромной милости, отправляя таких людей. И многие из нас, как уже сказал Имам, не извлекли должной пользы из общения с ним, не оценили по достоинству, даже мне. Надо было проводить с ним больше времени, больше взять от него. И когда подобная личность покидает этот мир, думаешь, о, Аллах, какая утрата. И чтобы понять таких людей, ты должен быть по-настоящему близок к ним. И даже я не знал, что Аллах мне даровал, почтив меня обществом такого человека и дружбой с ним. Ведь то, что я говорю вам, я это не выдумал, я не преувеличиваю. Перед Аллахом он, как я считаю, одним из самых приближенных к Аллаху за последнее время в Британии был наш шейх, наш устас Мауляна Фадл Рахим. Да благословит Аллах его душу. Пусть Аллах Джаль даст ему высшую степень в обители Алиин. Не нужно жадничать. Скажите-ка Амин громко. Ведь однажды из-за вас также кто-то будет делать дуа. Да не спошлет Аллах, азуа джаль, огромную милость на устаза Мауляну Фадлу Рахима. Да будет так, скажите «Амин». Да возвысит Аллах его положение в этой жизни и в будущей. Да дарует ему Аллах высшую степень в обители Ильин. Амин. И пусть Аллах, азуа джаль, воскресит его с пророками, с правдивейшими, с мучениками и с праведниками в судный день. И пусть Аллах, азуа джаль, сразу введет его вместе с ними в рай. Амин. И пусть Аллах дарует ему Джанна Тульфердаус. Итак, кто же этот человек? Я не собираюсь пересказывать всю его жизнь. Я не знаю о всей его жизни. Мне тут сказали, что я собираюсь говорить о всей его жизни. Нет. Я провел четыре года рядом с ним. И эти четыре года, проведенные с ним, с 1993 года по 1997. Четыре года тесного общения. И после этого много лет мы писали письма друг другу, были на связи по телефону, несколько раз я приезжал, навещал его, проводил с ним время. Многое из этого было после тех четырех лет, проведенных с ним. После этого много общались по телефону, писали письма и так далее. И, конечно, Альхамдулиллях, также должен сказать, мне представилась возможность Устаз Мауляна Фадлу Рахим. Мы называли его Мауляна Фадлу Рахим, вы, Устаджи, удивительные имена. Да смилуется над ним Аллах. Впоследствии он даже прочитал мне никах. Такая вот выпала мне возможность. Помогал со всем процессом. Найти ту, которую я хотел найти. Читал никах. И даже после этого. Да чего там, я сегодня многое расскажу об Устазе. Теперь уже его с нами нет, а при жизни он ненавидел, когда его кто-то хвалил. Это было его яркой чертой. Если ты похвалишь его в глаза, он менялся в лице. Не любил, чтобы люди хвалили его, если он узнавал, что ты хвалебно отзывался о нем за его спиной. После этого его отношение к тебе уже не было таким близким, как к другим. Потому что он не хотел, чтобы ему делали рекламу. Я был осторожен, пока он был жив. Вы, наверное, слышали несколько раз в моих лекциях, как я упоминал его. Тут и там. Да, но лекцию, как это, я не делал никогда. Никогда я не давал лекцию подобную этой, рассказывая, что знаю о нем. Почему? Потому что я знал, если он узнает, пока он был жив, Рахим хулах, если он об этом узнает, то это ранит его. Узнай он, что я раскрыл то, что он делал ради Аллаха, Аззуаджаль. Ведь он был не только ученым религии. Есть много ученых религии. Уляма, Алим. Алим – это ученые религии, уляма – множественное число. Их много. Но найти ученого религии, который Амиль, который соблюдает то, что он знает. Редкость. Но что еще большая редкость, это найти ученого, соблюдающего религию, который мухлис, в котором есть ихляс, искренность, это еще реже. Но что еще более редкое, это найти человека, как этот, который отдаст тебе все, что только может, если ты у него что-то попросишь. Таким был устас Мауляна Фадлу Рахим Рахим Уллах. Таким он был. Расскажу о годах, проведенных с ним. Не буду рассказывать о всей его жизни. Многие могут об этом рассказать, но я этого сделать не могу. Я был человеком, который пришел в медресе сначала в 14 лет. Я пошел в Дьюсбери и 4 года провел там. Там заучил Коран. Расскажу даже о еще более ранних временах, чтобы вы понимали, что когда я пришел к Мауляне Фадлу Рахиму, Рахимхуллах, когда я пришел к нему, каким было мое понимание религии? Я родился мусульманином. И некоторые порой даже задавались вопросом. Говорили, а он не шиит? Из-за имени Хасан Али говорили, не шиит ли он? Вместе же Хасан и Али. Я не шиит, я суннит, альхамдулиллях, с рождения. И вот, как получилось. Все мое раннее изучение ислама проходило через моего отца, Гуллах. А мой отец не был алимом, не был ученым. Что сам знал, тому он нас и учил дома. И также от моей матери. Она знала, пожалуй, намного больше отца в некоторых отношениях. Она рассказывала мне разные истории, услышанные от ее матери и отца. Ведь мой дед, Рахим Гула был очень праведный человек. И он был знающим человеком. Тоже знал Коран наизусть. Так вот, моя мать дала мне много информации по религии. И также отец. Это все, что у меня было. Позднее я пошел в местную мечеть. Я родился и вырос в Уолселе, рядом с Бирмингемом. И то, что я изучил в местном мактабе, в местной мечети, это было все, что я знал. Когда я пришел в Дьюсбери в 14 лет, я должен был перепроверить все, что я изучил до этого момента. Ведь я попал в место более серьезного уровня. И все, что до этого мне говорили моя мать, отец, мой устас, все это нужно было перепроверить. Я прошел как бы своего рода перезагрузку, когда вы переустанавливаете операционную систему, когда вместо прежней информации записываете новую. Я перезаписал многое из того, что изучил прежде. Это было в Дьюсбери, там я сделал хивд, заучил Коран. После этого я начал изучать арабский язык. Туда я пришел в 89 году, в Дьюсбери. А в 93-м я пришел в Ноттингем. Там я и встретил устаза Мауляну Фадлу Рахима. Это вам поверхностная картина, того, откуда я пришел. Я расскажу вам еще поподробнее, потому что вы не поймете, как Устас повстречался мне, если вы не поймете, откуда я сам. Ведь я был тем, кто знает меня по медресе, знает, что я был не лучшим студентом. Понимаете, о чем я? Я был дерзким студентом, просыпался тогда, когда хотел. И мне очень-очень повезло, что я повстречался с Мауляной Фадлу Рахимом. Рахим хуллах почему? Потому что в Дьюсбери, где я учился, нет, знания там были, не поймите меня неправильно. Но как было, вот после уроков можно записаться на факультативное отделение. А на факультативном отделении кто будет с тобой заниматься? Там только руководители остаются. Где-то два руководителя. Ты предоставлен сам себе. Начиная с половины четвертого четырех, ты свободен, как студент, и вплоть до шести. В шесть мы спускались, чтобы почитать вместе. Мы это называли такрар, это как мураджа, пересмотр того, что прошли, и подготовка к уроку следующего дня. Это мы делали до восьми. В это время преподаватели были, а после восьми ты опять свободен. Ты идешь в беседки, никого нет. Остались одни студенты. И есть руководители, которые появляются время от времени. В одиннадцать отбой руководители ушли, все легли спать и все. И эта динамика совершенно изменилась в Ноттингеме. Где находится Ноттингем? Это во Флинтаме. Трасса А-46, Нью-Йорк. Рядом с Нью-Йорком, где-то 6 миль от Нью-Йорка. Там был военный лагерь. Бывший военный кемпинг, в котором было 120 комнат. Это место было заброшенным. Оно было в такой разрухе. Долгие годы его никто не использовал. Некоторые из вас могли слышать истории о джинах, связанные с этим местом, которые я рассказывал. Вы смеетесь. Ну вот то самое место. И там был Устас Мауляна Камаль, Рахим Хуллах. Скажите, Рахим Хулах. Пусть Аллах благословит его тоже. Честно говоря, каждый день я делаю дуа. И я не шучу. Каждый день я изо всех сил делаю дуа. За своих родителей. Мои родители скончались. Делаю дуа за них. Тесть скончался и за него тоже. Но и еще одно имя я не забываю. Каждый день я делаю дуа за устаза по имени. И каждый день я молюсь за Мауляну Камаля, рахимхуллах. Почему? Потому что Мауляна Камаль, рахимхуллах, был тем, кто основал Ноттингемское медресе. А сначала он был в Дьюсбери, был имамом там. Многие люди, наверное, знают его. Он был... Можно даже сказать... Одним из самых лучших преподавателей во всей Британии в грамматике и морфологии. Никто, я думаю, не мог соперничать в этом с Мауляной Камалем Рахимхуллах в Нахувасарф в грамматике и морфологии. Никто. А арабский его был, как у араба, и арабы любили его. Так вот, он открыл медресе в этом, заброшенном месте. И на момент, когда мы пришли туда, было всего 25 студентов. Когда я поступил, было около 25 студентов. Начинали они в Ноттингеме, в мечети Мадни, а потом пришли в это заброшенное место. И это место пребывало в такой разрухе. Это было место, где не было отопления. Мы использовали собственные электрообогреватели, тепловые пушки. Это место было холоднющим, хоть весь день обогреватели гоней. А стены там, субханаллах, это здание было бомбоустойчивым. Это здание же бывший военный лагерь, представляете, бомба устойчивая. Там одна стена была в 8 кирпичей. Два кирпича так, два кирпича так, два так и два так. Как мы это узнали? Да просверлили. Не я лично сверлил. Его просверлили насквозь. И оказалось, это просто улет. Восемь кирпичей. И когда положили кладку, там было два, два, два и два, а между ними зазор. То есть даже если упадет бомба, и пробьет 4 кирпича, чтобы остальные 4 со внутренней стороны она не пробила. То есть это было монструозное здание. Там было три огромных зала, была большая столовая, кухня. Там было 10,6 акров земли вокруг. И эти 10,6 акров земли были как лесистая зона. Это были поля, деревья. Было много живой природы вокруг. Красивое безмятежное место в глуши. А ближайшее место, вот когда нам надо было в город. Ближайшее место к Ноттингему было в 15 милях. Ближайший магазин был в 6 милях к Нью-Йорку. То есть это было за 3,9 земель. Но в этом и была прелесть. И когда изменилась динамика? В Дьюсбери, где я был, когда мы заканчивали учебу, мы были сами по себе, всего пара руководителей. А здесь было благословенно. А именно? Мауляна Камаль Саб Рухимуллах, Мауляна Фадлу Рахим, рахим Шейх Наим тоже из Оксфорда, тогда он был там. Да благословит Аллах и его тоже. Он и сейчас в Оксфорде. Все эти учителя и Мауляна Абдульхак Сабрухимулах впоследствии. Все они жили в медресе. У Мауляны Фадвурахима Рахимуллах рахим, была своя комната. Его комната была в Восточном Крыле. Наверху. Его комната была самая дальняя. Маленькая красивая комната, я бы сказал. По метражу его комната была, она была очень маленькая, что-то около 6 футов на 6 футов. Где-то так. Не больше. 6 на 6 футов была комната. Там в углу лежал его матрас. В одном углу у него лежал матрас. Как заходишь по левую руку, от тебя лежал его матрас. Прямо стояла его микроволновка. Справа стояли все его книги. Там было окно, намазлык на полу и все. Очень простая комната. И из-за того, что все устазы жили в медресе, у нас была возможность встречаться с ними и проводить с ними время. В этом была прелесть этого. Потому что не так много медресе вы найдете, в которых все ваши устазы, почти все, жили бы в медресе. Чтобы вы могли пойти к тому учителю, к этому, развиваться. И в этом плане от устаза Рухим я получил развитие. Ведь я пришел в Ноттингем, и я Пришел прямиком из Дьюсбери. Я думал, окей, новое медресе. Приду, поучусь несколько лет туда-сюда. И потом мне кто-то сказал, говорят, среди преподавателей у нас здесь есть приближенный Аллаха. Если вы слышали о приближенных Аллаха, опять же, я это говорю на камеру, потому что лекцию выложат в интернет. Некоторые люди считают их весьма плутоватыми, очень хитрыми. Да, много есть плутоватых персабов. Поймите правильно, много плутоватых пирсабов, тех, которые притворяются. Да, да, да. Есть такие, которые тебя грабят. Такие, которым лишь бы выудить что-нибудь из твоего кармана, которым нужно имя, слава. Но знаете, если вы не встречали такого человека, как Устаз, вы не узнаете, кто такой истинный Уали Аллаха. Если не встречали. Я и знать не знал, куда попал. Честно, не знал. Ведь когда я пришел в медресе, и они сказали: здесь уали Аллаха. Что думают большинство людей всю свою жизнь? Что приближенный к Аллаху, это кто-то вроде пир Саба. Кто такой Уали? Кто-то очень близкий к Аллаху, вот что это значит. Если кто-то близок к Аллаху, азауаджаль, вот есть же все эти истории. О боже, у него вот такая челма, вот такой посох. У него хмурое лицо. И все, что они делают весь день, скажут несколько слов, и все их боятся, все эти суеверия. Нет, 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 это не про него. Пожалуйста, сотрите все, что вы знали, все связанное с пирсабом и так далее. Послушайте, кем был Мауляна Фадлу Рахим. И потом распахните двери понимания того, кто есть истинный Уали Аллаха. Я ничего этого не знал. Я был юный, слышал что-то о пирсабе, и после этого все, я пришел сюда. Когда я пришел в Ноттингем, я услышал, что здесь Уали Аллаха. Думаю, познакомлюсь. Думаю, первым моим намазом там был Зухр. И вот после намаза я говорю одногруппникам, а где Мауляна Фадлу Рахим Саб? Говорят, только что был. Говорю, где? Но думаю, ладно, он же к себе в комнату пошел. Я не стал его беспокоить. И я вернулся. Пошел играть или еще куда. Асур настал. Почитал Асур, все остальное. И жду, ну где же Мауляна Фадлу рахим, саб, рахим Гула? Где, где он? Я взволнованный, жду снаружи и... Все ушли, спрашиваю одногруппников, а где Мауляна Фадлурахим? Рахим? Да вот только вышел. Я говорю, да кто? Кто? Потому что я-то ожидал челму, вот такую. Ожидал увидеть большую челму, гигантского человека. Ожидал увидеть кого-то, который когда идет, все сразу отступают. Такого плана вещи ожидал. Ведь такое приходит на ум. Когда большой шейх, приближенный Аллаха, проходит, обычно видишь это. Они говорят, не видел что ли его? Говорю, нет. Они говорят, ну это же тот, мужчина, который... В красивом... пальто. Или в полупальто он был одет. С белой бородой. Я говорю, так ты видел мужчину с белой бородой. Ладно, поймаю на Магриб. Магриб настал. И вот, я ищу человека с белой бородой. И вдруг мой взгляд упал на него. После Магриба. Когда я встретил его, думаю, что это то, о ком они говорили. Потому что если вы видели Устаза, он был одним из самых простых людей. Он был самым обычным. Вокруг него не было восхищенных людей. Не было такого, что за ним было 20 человек, идущих на его фоне, ничего такого. Он был доступен для каждого. Видели обычного молящегося в мечети? Вот так Мауляна и выглядел. Как же он выглядел? Вы, ребят, знаете, но расскажу для зрителей. Кстати, сколько из вас встречали Устаза? Поднимите руки. А сколько его не встречали? Ну вот, несколько таких людей есть. Я расскажу вам. Он не был слишком высоким, но где-то... Метр шестьдесят семь примерно. Где-то метр шестьдесят семь, метр семьдесят он был ростом. Хороший средний рост. У него был очень приятный светлый цвет лица. Он был из пакистанского города Сават, из северо-западной пограничной провинции. А у людей из этого региона очень светлая кожа. И у некоторых очень светлые глаза. У Мауляны Руххайму Хуллах были прекрасные серые глаза. И у него на лбу было что-то около, думаю, шести морщин. У него был красивый широкий лоб с добротными пятью-шестью морщинами, что является признаком мыслителя. Вы можете спросить, откуда я это знаю? Я научился этому у мауляны. Ведь вещам, которым он меня научил, меня не учил больше никто другой. В определенный момент он меня научил определять характер по внешности. Он сказал, если у человека нос такой, это значит то-то. Такие-то зубы, значит то-то. Такая-то шея, значит то-то. Такие-то руки, значит то-то. Такая походка, значит это. Субхан И смотрите, как многие из вас на Пит-стрит имели возможность слышать от него подобное. Сколько? Поднимите руки. Три человека. А мы с ним были один на один. Альхендулиля. Поначалу я и знать не знал объем того, что я получил у него за эти четыре года. Я бы сказал, мне очень-очень повезло, у многих сидящих здесь не было такой возможности, когда он был волдами. Ведь мы с ним оказались в ловушке. По воле Аллаха. В этом здании, в Ноттингеме, никуда не деться. И Аллах поместил меня в это здание. Там же не было поблизости центра города. Куда можно пойти? Я в ловушке, он в ловушке. И Аллах дал мне возможность проводить с ним время. У него был красивый нос, немного изогнутый в конце. И на носу у него было вот так. Ни у кого другого после него. Я такого не видел. Красивое заострение на носу. И у него была борода, я бы сказал, примерно как моя на этот момент. И она была полностью белой. Он был очень опрятен. Он был очень опрятен и аккуратен. Он всегда выглядел очень хорошо. И он любил носить такой головной убор. Вы такой можете увидеть в северо-западном Пакистане. Примерно в таком регионе. Такой шерстяной головной убор с плоским концом. И он часто надевал курту, еще называют камис и так далее, одежда ниже колен. И он надевал полупальто часто. И... Субхан Аллахи Когда он улыбался, когда встречал людей, он был очень приветлив. И я бы хотел рассказать одну вещь о нем. Субханаллахилязим. То, что Аллах ему даровал, я этого не понимал. Но позже я выяснил это. Кроме него я встречал лишь одного человека с таким же качеством, больше никого. Аллах дал устазу некоторые качества. За все мои поездки не встречал. Кроме еще одного человека, это мой шейх в Бангладеше. Муфти Рашид Рахман, так о чем я? Вы знаете о сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, любил всех. Слышали, Абу Хурейра говорил, я ближе всех к посланнику Аллаха, саллиллаху Абу Бакр говорил, я ближе всех. Умар считал, что он ближе всех. Муал считал, что он ближе всех. Наш господин Джубейр считал, что он ближе всех к нему. У каждого была история о том, как он близок к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам. Каждый думал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи любит его как-то по-особенному, не так, как остальных. Хотя посланник Аллаха, саллиллаху любил всех, но каждого он любил по-особенному, не так, как кого бы то ни было еще. И каждый был близок к нему, и был самым особенным, по-своему. И у нас у каждого были свои истории, когда мы собирались все вместе. Мы говорили друг с другом, у нас были истории, Мауляна сделал для меня то-то. А кто-то скажет, а для меня Мауляна сделал то-то. Другой скажет, для меня сделал то-то. Каждому досталась особая любовь от Устаза. Рахимхуллах, особая. Так вот, эту сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи асалям, вы не найдете? Вы не найдете. Во многих людях в мире я встречал еще лишь одного. Помимо Устаза, встречал лишь одного человека в жизни. Он тоже мой Устаз. Мой шейх, муфти Рашид Рахман Фарук из Бангладеша. В нем такое качество было, и у людей вокруг него были такие же истории. Расскажу еще. У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была такая сунна, что когда вы встречали его, он заставлял вас чувствовать себя очень позитивно, счастливым, веселым. Неважно, кто приходил в жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это было сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И если вы встречали устаза, хула неважно, кто ты, Неважно откуда ты, неважно какой плохой день был у Мауляны, встречая тебя он создавал уют. Ты чувствовал себя хорошо. И не только создавал комфорт, это было обыденным 4 года, каждый день, когда я к нему приходил. Это было обычное дело. Я подходил к его комнате и стучал в дверь. И он сразу же говорил, заходи. Да, то есть, ты заходишь? Мауляна Фадлу Рахим Рахимхуллах. Шейхуль Хадис. Он учил хадисам Бухари, Тирмири. В этом самом здании. Он был одним из лучших учителей в этом месте. Его знания были подобны океану. Его нрав был таким, который полюбил бы каждый. И ему было 70 лет. И вот что он делал для меня, молодого парня. Мне было 18 лет, когда я присоединился к Устазу. Когда я приходил к нему, он поднимался со своего места в комнате, вставал, подходил к двери. Когда он открывал дверь, он позволял мне войти, приветствовал меня и обнимал. И обнимал он меня, во-первых, с приветливым лицом. Все его лицо сияло, когда я приходил. И так было каждый день. Четыре года. Безо всякой разницы, это всегда бывало одинаково. Я приходил, и первонаперво он говорил, Встречая меня, он говорил: алейкум ва И иногда добавлял Уамагфиратух. Некоторые из вас знают, что он так говорил. Это еще и передается, что так нужно говорить: Уламагфиратух. Да, дарит Аллах прощением и его. И после приветствия он обнимал меня и говорил: Эту фразу он придумал для меня. Почти для каждого близкого к нему в медресе. У него была своя фраза, к каждому был индивидуальный подход. Моей была Хасан, тот, подобно которому никогда еще не видели глаза. Это была фраза из поэмы. Чьей-то поэмы. И он говорил этот отрывок каждый раз, когда встречал меня. Его лицо было очень приветливым. Его зубы сверкали на свету, когда он видел меня. Потом он меня обнимал и после этого крепко сжимал меня. Плотно меня прижимал. И потом делал вот что. Он не отпускал меня, пока не прочитывал четыре дуа. И каждый раз он старался читать разные дуа, когда меня встречал. И вот он меня держит, представьте, обнял и держит, сжимал меня крепко, и в это время говорил, пусть Аллах даст моему Хасану Аильм знание, да сделает Аллах, чтобы Хасан хорошо соблюдал, да сделает Аллах, чтобы он освещал мир, да сделает его Аллах великим человеком. И после прочтения четырех дуа, он меня отпускал. И потом говорил мне, Бету, присаживайся. А захочешь подняться, скажешь, Хазрат, пожалуйста, давайте я пойду и помогу, принесу. Нет, 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 скажет, Бету, сядь. И вот, я сижу, а он любезно со мной беседует, делая все с душой, ходя в это время по комнате. Комната 6 на 6 футов, не особо большая. Он ходил по комнате и готовил чай. У него было специальное чайное место. Он готовил чай, разогревал в микроволновке, а пока готовил две чашки, продолжал разговаривать со мной. Как ты, мой Хасан? Ты в порядке, мой Хасан? Говорил, такая хорошая погода. И он говорил, говорил, говорил. Не давая мне скучать, пока делает две чашки чая. Он не разрешал мне встать и притронуться к чашке чая. Он делал сам, а ему 70. Делал две чашки чая, он стелил Дастархан маленькую скатерть передо мной. Ставил одну чашку передо мной. Одну чашку ставил перед собой. Садился. И когда подносил чашку чая к рту, то говорил, «Теперь рассказывай, мой любимый Хасан, какую услугу я могу тебе оказать?» Теперь вы можете подумать, мол, ну ладно, этот человек Рахим Хуллах сделал это однажды, это было не однажды. Это было почти каждый раз, когда я приходил увидеть его. Это была его манера приветствия. И вот сижу я у него и говорю ему. Говорю, Мауляна, у меня есть два вопроса. Он сказал... Не задавай мне два вопроса. Задай мне десять. И когда я говорю, что он сказал мне, задай мне десять... Я это не выдумал. Я ни разу в жизни не встречал устаза. А у меня их было много. Что-то около 40-50 устазов. С начала и до конца. 40-50 учителей. Преподавали мне разные уроки в разных местах. И я никогда в жизни не встречал человека столь открытого для твоих вопросов. И не только это. Ты мог задать ему самый глупый вопрос в мире. А он все равно с улыбкой отвечал. Он никогда не возмутится, типа, а это что еще был за вопрос? Никогда, никогда. Знаете, сколько вопросов я в итоге ему задал? У меня была тетрадка А4, разлинованная тетрадка, и в течение 24 часов я начал думать о вопросах. Знаете, когда я пришел в Дьюсбери, я стер знания, полученные от матери, отца, устаза до этого, ведь я не знал, что было правильно, а что неправильно. Некоторые из этих знаний были блестящими. Но кое-что из этого было с ошибками. И в Дьюсбери я все это стер и исправил. И когда я встретил Мауляну Фадлу Рахиму Рахим Гула и увидел уровень его знаний, я взял все. Знания от матери полученные, от отца, от Устаза. Все знания за 4 года в Дьюсбери. Собрал вместе все, что они мне говорили, и я начал пропускать все это через призму знаний Устаза. И начал стирать, урезать информацию, корректировать свои взгляды. И вот этот блокнот А4, не знаю сколько их я исписал, Каждый день, каждые 24 часа записывал вопросы, которые вспоминал. Я и по сей день помню. Кое-что из этого лежит дома. По 28 вопросов на каждой стороне, а 4 листа. 28. Я все их записывал. 24 часа. Когда наступало мое время 16.00, все дети шли играть. Это мне так повезло по воле Аллаха. Другие дети любили играть в футбол. Они любили бегать, играть в футбол на этих акрах земли. Я не играл в футбол. Мне и сейчас он не интересен. Я говорю, альхендулиля. Альхендулиля, любите футбол, альхендулиля? Если нет, как я, альхендулиля, не будем устраивать войну. И как было? Они играли в футбол, крикет, другие какие-то игры. А я тем временем шел к Устазу. И проводил с ним два часа, с 4 до шести, без перерыва, впитывая столько знаний, сколько мог. И вопросы на полный А4-лист. Шоу сидел с ним. Говорил Хазрат, у меня вопросы, а он мне... Побольше, побольше меня спрашивай. Два часа пролетали. Если я мог, ходил так каждый день. Кроме случаев, когда к нему приходили, если у него был гость, тогда я не мешал. Он уделял время гостю, потом он уходил, и мы продолжали. Продолжали разговаривать. И знаете, он уделял мне столько времени, сколько не уделял ни одному другому студенту. И это не мои слова. Он сам это сказал. В конце... Этих четырех лет. На третьем-четвертом году он сказал мне, Хасан, сказал, я уделял тебе больше времени, чем кому-либо еще. Но он сказал мне, что у этого есть цена. Хазрат, машаллах, ни разу за свою жизнь не просил денег. Сколько я его знал? Он скончался в 2015-м, Рахим А встретил я его в 93-м году. То есть я его знал 22 года. И за эти 22 года не было ни одного дня, чтобы он меня о чем-то попросил. Вот приближенный Аллаха. Вот это настоящий Уали Аллаха. Зрители, если хотите вернуться и проверить своего пирсаба и еще кого-то, вам бы посмотреть, кем был этот человек, Рахимахуллах. Ведь это сунна пророка, слайлсалам. Хоть в одном хадисе вы видели, чтобы пророк, саллиллаху алейхи, асалям, просил сподвижника, дай мне это. Вы хоть раз читали такой хадис? Нет. Если он что-то и брал, то на время. Во всей сунне пророка, саллиллаху алейхим. Если ему нужны были деньги, он мог одолжить. Иногда он одалживал у иудеев, но возвращал. Каждую копейку, что был должен, до смерти он вернул. Нигде, ни в одном хадисе вы не найдете, чтобы он обучил сахаба, оказал ему какую-то услугу и ожидал чего-то в ответ на это. Никогда. И это судно пророка, саллиллаху алейхи Все приближенные Аллаха в мире, знаю, в мире огромное число удивительных аулия, не принижаю их. Но встретить подобного человека, 22 года я знал его. Ни разу он не попросил у меня ни копейки. Никогда не просил об услуге. Единственное, о чем он меня просил, он четыре года на меня потратил, и в конце их повторил Хасан. Я уделял тебе много времени. Больше, чем кому-либо. И он сказал это. Он сказал, Он сказал, потому что однажды ты передашь это всему миру. И кое-что он сказал, что я никогда не понимал. Никогда этого не понимал. О чем он сказал? Но сегодня я понимаю. Он сказал, Снова и снова он говорил мне это. Хасан, я уделял тебе столько времени. Наступят времена, когда много людей будут приходить к тебе. Не отворачивайся от них. Это было его ласуе, он завещал это мне. Не отворачивайся ни от кого. Придут за помощью, ты должен помочь им. Как я помог тебе. Он сказал, ты увидишь, к тебе будет приходить множество людей. И тогда я этого не понимал, как сегодня. альхемдурелях я по всему миру езжу с лекциями. А тогда не понимал. Когда он скончался, Рахим Гуллах, у меня дома осталось 20-25 писем от него, которые он лично мне писал и отправлял. И я примерно писем 25 ему отправлял. Это уже было после четырех лет, проведенных с ним. Я ездил в Бангладеш, даже будучи имамом, я ему писал, а он мне отвечал. Ведь сегодня переписываются в телефоне, а мы переписывались вот таким красивым образом. И после его смерти, рухимухуллах, я открыл эти письма. Одно за другим. И честно, я плакал. Я плакал, просто читая его письма. И у него был удивительный почерк. Те, кто его знал, у него был удивительный почерк. И среди этих писем я кое-что нашел. Субханаллах, расскажу. Эти письма он писал еще в 97-м году. Тогда я не понял его. 20 лет прошло с тех пор. Он сказал мне, Хасан, в будущем ты пройдешь через эти этапы в жизни. И 20 лет это письмо лежало, я его не перечитывал. А спустя 20 лет открыл, впервые прочел в 97-м. Я никогда не понимал то, что он сказал. Но в 2015 году я понял, что он имел в виду. Он говорил, настанет этот этап. И говорил, не беспокойся, к тебе будут приходить люди. После этого он сказал, не переживай об этом. Он сказал, он написал это в письме. Он сказал Аллах Тааля, он сказал, у меня есть полная убежденность от Аллаха, что он будет распространять мои знания через тебя. Я сюда не хвастаться пришел, честно. Я это только потому рассказываю, чтобы показать милость Аллаха. Я уверен, есть много студентов, распространяющих знания по миру, но он сказал мне. Он говорил это, когда был в медресе, и позже тоже, и в этих письмах тоже сказал. Он сказал, «Мои знания будут распространяться через тебя». Если вы слышали мои лекции, большинство из этого от Мауляны Фадлу Рахим Саба. Если вас удивляло, как я так говорю, откуда я взял эти вещи, которые упоминаю в лекциях? Большинство, что я говорю в своих лекциях, от Мауляны Фадлу Рахим Саба. Ведь я провел 4 года вплотную к нему. Каждый день я был в его комнате, слушал его, задавал и задавал вопрос за вопросом. И он никогда не отказывался отвечать. Однажды я увидел сон в 2001. -м. Я увидел, как он дал мне 7 флаконов Атара. 7 флаконов парфюма он мне дал. На полке у него были. Предложил их мне, говорит, это твое, отдал один за другим. И я взял их у него. Проснулся и позвонил Мауляни Фадлу Рахиму. Это был еще один его дар. Он толковал сны. Если кто ходил к нему за толкованием, было в точку. И он сказал мне, 2001 год, тогда еще я не мог ездить по миру и давать лекции. Он сказал, через тебя будет распространяться мое знание по всему миру. И он сказал кое-что, когда мы с ним были в Ноттингеме, и я все говорил, Хазрат, пожалуйста, сделайте дуа, он сказал, я делаю за тебя много дуа, но говорит, тебе нужно одно условие, Хасан. Он сказал, тебе нужно быть скромным. Он сказал: чем скромнее ты становишься, тем выше тебя поднимает Аллах. И этим фа -Ал Рахим Фазурахим Рахим Гулах обладал. Он был очень, очень, очень крайне скромен. До такой степени, он сам это сказал. Я был с ним в комнате, и он сказал мне: Хасан говорит. Говорит, если бы сейчас эфиопский раб у которого нет никакого статуса в этом мире. Это эфиопский раб. И вот если он войдет сейчас в эту дверь, схватит меня, повалит на пол, наступит мне ногой на шею и прижмет меня к полу, он сказал. Я бы даже не сдвинулся. Он сказал, если бы он меня продержал так два часа на земле, я бы ему ничего не сказал. И для чего он мне это сказал? чтобы я понял уровень его тавадо, смирения, которым он обладал и призывал к этому и меня. И он продолжал мне говорить это снова и снова. Чем скромнее ты будешь, тем выше Аллах возвысит тебя. Он сказал, это секрет хадиса, в котором пророк, саллиллаху алисалям, сказал, кто бы ни был скромен ради Аллаха, Аллах возвысит его. Так вот, как я уже говорил вам, я каждый день приходил к Мауляне и задавал вопросы. И чем больше я спрашивал, тем больше его это радовало. Знаете, как он радовался? Он начинал говорить другим учителям. Говорил им, я так рад, что Хасан приходит ко мне и задает мне вопросы. Я вам говорю, обычно такого не бывает. Позадавайте кому-нибудь 28 вопросов в день. Он потом скажет, о, опять этот идет, пойду-ка я. Снова он идет. Мауляна ждал меня. И когда я приходил, он был так счастлив. Обнимал меня, усаживал и отвечал на мои вопросы. И когда я говорю, что задавал вопросы, знаете, какие это были вопросы? Думаете, субханаллах, они все были по религии. Нет, 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 нет. Ты задаешь религиозные вопросы, мирские вопросы. Задаешь вопросы об океане, вопросы о земле. Ты задаешь вопросы о видимом и невидимом. Задаешь вопросы о людях, джинах, Задаешь вопросы о планете Земля, о космосе и небесах, он ответит на все. Вплоть до... Порой мы с ним поднимали такие темы, я не все рассказываю, дети смотрят. Помню, Мауляна рассказывал мне. Два-три часа он рассказывал мне о том, что мужчина должен делать в первую брачную ночь. Понимаете, да? Не знаю, у скольких из вас в Олдоме. Была такая возможность. Не знаю. У меня такая возможность была. Вплоть до интимных вещей между мужем и женой. Просто все. Мауляна рассказал мне все. Вдоль и поперек. Все от и до. Продолжать не могу, потому что здесь маленькие дети, понимаете? Ребят, вы понимаете или нет? Обо всем. И Мауляна рассказывала мне, как нужно относиться к жене, что нужно делать, чего не нужно делать. Все это он мне открыл. И это сокровище, что я узнал. Вплоть до космоса, Аллах о космосе говорили. Серьезно? Говорили о планетах, об бояте. Мы говорили об бояте датиль Бурудж. Он рассказывал мне о планетах. Половину времени я улетал. Он говорил о том, какая планета где. Говорил о Луне, о лунных циклах. Какие времена Аллах Аззуаджал сделал благоприятными, рассказывал о некоторых вещах, связанных с погодой, потом он переходил на тему того, какие времена благоприятны для дуа, какие ночи особенные. И ты сидишь, слушаешь обо всем этом, и, наверное, половина из этого не села в моей голове, ведь это слишком много. Говорили о математике. Он мог преподать хороший урок по математике. Серьезно? Вы можете подумать, не знаю, сколько из вас знали его, вычислениями в математике. Он мог озадачить, и меня он этим поставил в тупик. Мы говорили о поэзии. Он о ней говорил, говорил, говорил. Часами говорили о поэзии. Та поэма, эта поэма, знаете? Он сказал мне, однажды он был, было много этапов в его жизни, когда он преподавал различным людям. А однажды он был в школе, в Пакистане, и он рассказал мне, как он пошел в школу. И он сказал мне, говорит, в той школе была библиотека на несколько добрых сотен книг. Библиотека бывает же обычно в школе. Знаете, что он сделал? Прочитал каждую книгу в библиотеке. Мауляна прочитал каждую книгу в библиотеке. Он сказал мне это. Поэтому он был сокровищницей знаний. Находил что-то и читал. А большинство людей этого даже и не знали. Что целый мир внутри у него. Чем больше копаешь, тем больше находишь. Речь о Тавсире. Он расскажет. Хадис расскажет. Речь о фикхе расскажет. Вопросы из обычной жизни расскажет. По социологии расскажет. Психология расскажет. Он был очень хорошим. То, что называется хаким. Если кто знает, он смешивал листья, травы, лекарства. Это и значит хаким. И он делал людям лекарства из трав. Но не только. Он был удивительным психологом. Я не говорю о степени психолога. Я имею в виду навсият. Он называл это альмун навсият. То есть знание о душе человека. Он мог это рассказать, и все, что ему было нужно. Не знаю, видели ли вы это. Он брал руку пациента, клал свой большой палец на пульс пациента, держал палец здесь. Короткое время чувствовал биение его сердца, и после этого мог сказать человеку, что с печенью, что у него с сердцем, что у него с животом, с мозгом и так далее. Мог сказать. «Дар от Аллаха, сколько из вас волдами знали это? Поднимите руки. Несколько, Машаллах. Сколько из вас знали, что он видел джинов средь бела дня? Поднимите руки. Несколько. Машаллах, хорошо. Когда он впервые пришел в Нотингем, то сам того не осознавая, выдал эту информацию. А дети, когда это услышали, все такие, оу, чего-чего? Потому что Мауляна Фадлу Рахим Рахим Хулах, когда пришел, он просто сказал, о, я вижу джинов, которые здесь ходят, просто сказал. Он просто сказал, не подумав, что это дети, и они будут приходить за историями о призраках. Он не подумал. Просто это сказал. Раскрыл, но вынужден был остановиться. Он сказал, джинны христиане ходят. Много христиан. Он даже сказал, в какие месяцы они приходят, в какие месяцы не приходят. Он так сказал. Он сказал, месяц сафар. По-арабски. Второй месяц в году. Сказал, в этот месяц приходили. И он даже объяснил, что приходил целый караван. Они остались. В другой части крыла, медресе, в котором мы учились. И он даже видел их детей. Он мне лично говорил. Говорит, они приходят с маленьким ребенком и так далее. И иногда этот ребенок приходил к нашим детям на этой стороне. Он этого ожидал, но Мауляна не раскрывал каждому такие вещи. Не раскрывал. Но когда он понял, что дети об этом говорят, полностью прекратил. Никогда ничего не раскрывал. Но те, кто были близки к Мауляне, им он раскрывал. Прошло 9 месяцев, прежде чем он мне рассказал. Ведь первые 9 месяцев я задавал вопрос за вопросом. Он отвечал мне но что у него внутри не раскрывал. У него была сокровищница информации, один из его величайших даров Фираса. Мауляна Фадлу Рахим Саб, устаза Рахим Когда он видел тебя, он знал. Он мог читать твои мысли. Прям вот так, читал мысли. Напрямую видел тебя и читал мысли. Когда студенты это просекли, некоторые даже боялись смотреть ему в глаза. Я это не выдумал. Мауляна мог это делать. Представьте, наступает время фаджра. А где Мауляна был на протяжении всей ночи? Неважно, в котором часу Мауляна ложился спать, он вставал ровно в два часа без будильника. В два часа! Ровно! Ты мог стоять в коридоре? И смотришь, Мауляна открывает дверь, выходит в коридор, идет за омовением, берет свой мисвак, чистит мисваком зубы, берет омовение, идет в комнату и читает тахаджут намаз. С двух ночи до фаджра он совершает тахаджуд, поминает Аллаха и обращается с мольбами к Аллаху. Три часа без остановки. Попозже я вам расскажу об этом поподробнее. Мауляна мог выйти из своей комнаты примерно ко времени фаджр намаза. Он приходил туда, где молятся. Там был зал, мы его оборудовали под мечеть. Он садился в первый ряд, повернувшись спиной ко всем. Он не видел, кто приходит в мечеть. Когда произносили икама, он молился со всеми, потом делал дуа со всеми. Потом Мауляна разворачивался, как все, и шел в свою комнату. До этого он не поворачивался. Большинство людей могло выйти. Или половина, он не знал этого. Он не знал, сколько пришло, сколько не пришло людей на намаз. Мауляна шел в комнату Рахим Потом в 7.45 он выходил. Примерно за 15 минут, иногда за 15 минут, иногда за 10. До начала уроков в 8. Он стоял в коридоре. Стоял там, и давал салям студентам. Студенты проходят ассаляму алейкум. Они позавтракали, им надо готовиться. И когда они говорили салям ему, тем из них, кто читал утренний намаз, он говорил салям, и тот шел дальше. А тех, кто не читал фаджр, он брал за руку, притягивал к себе и шептал на ухо. Иди, прочитай фаджр. Вы, наверное, скажете, что у этого человека был регистратор, не было регистратора. Он ниоткуда это не мог знать. И каждый студент, который пропустил фаджр утром, знал, что проходишь через Мауляну, и он шепнет тебе на ухо. Никто этого не знал, он говорил. Любезно это говорил, не позорил тебя. Говорил. Иди помолись, иди. И что интересно, никогда в этом не ошибался. За четыре года, что я был рядом, но он, наверное, уж не каждый день это делал. Но когда делал, он так говорил, и... Когда он приходил на урок, Иногда он отходил от темы на уроке и говорил какие-то вещи не по теме занятия. Отличные мысли, что-то вроде лекции. После урока один из твоих одногруппников скажет «О, Аллах, это же все было про меня». Когда Мауляна уходил, кто-то говорил «О, Аллах, он говорил обо мне сегодня». Иногда ничего не говорили. А иной раз студент сгорал от стыда Позже он шел в комнату у Стаза, говорил «Хазрат, Хазрат, вы говорили обо мне на уроке». А Мауляна говорил «Нет, почему это я говорил о тебе на уроке?» «В смысле я говорил о тебе?» Он ему говорил «Мауляна, но это было словно обо мне». И тогда Мауляна говорил ему «Покайся, сделай тауба, покайся Аллаху аззаваджаль. Аллах не дает эту способность, фираса, всем, каждому человеку. И он не раскрывал то, что знал о людях. Никогда никого не позорил. Если ты сделал что-то не так, и он хотел сказать тебе, никогда не позорил. Когда на выходных я делал что-то хорошее и возвращался? Вот смотрите, представьте, я провел 7 дней, уезжал из Ноттингема в Уолсел на 7 дней, Мауляны там не было, через неделю я вернулся. Перво-наперво к Хазрату, сразу в его комнату, саляму алейкум, я привозил ему что-нибудь. Он любил бенгальцев в медресе, потому что он любил рыбу, и он любил момент, когда бенгальцы к нему приходили, приносили ему гостинцы, рыбу, альхэмдулиля, машаллах, если никогда ему не приносишь, не бойся, он тебя не отчитает. И вот, я привозил ему что-нибудь из дома, рыбу, которую он любил, и когда заходил в его комнату, когда он меня встречал, если я сделал что-то хорошее в выходные, это уже после того, как я с ним сблизился. Он не со всеми студентами так делал. Если я сделал что-то хорошее в выходные, он это комментировал. То же самое, если я сделал что-то плохое. Сразу. Сразу же. Приходишь к нему и сразу. Вот помню, субханаллах, однажды, я вам просто рассказываю, не хвастаюсь, что я сейчас совершаю это поклонение. Но то, что было, субханаллах. Какой Аллах даровал Мауляне Фираса? Фираса – это когда ты знаешь, что внутри у человека. Аллах дает тебе это качество, и ты просто читаешь. Можешь читать то, что в сердцах людей. Однажды я запомнил, на выходные я начал вставать на тахаджуд намаз и начал читать длинные ракаты. Я хотел прочитать определенный джуз Корана в своих ракатах. Говорю лишь потому, что он это комментировал. И то, как он это комментировал. Думаешь, о Аллах, какой эфирас Аллах ему дал. Я пришел встретиться с ним, он отвернулся и сказал, через несколько дней сказал, говорит, вот есть же тот намаз, который ты начал читать в выходные. Он сказал, вот есть же тот намаз, который ты начал в выходные, а сейчас оставил. Аллах Азуаджаль так это любил. Это просто... Никто этого не знал. Ни одна живая душа. Даже мой папа этого не знал. И потом он добавил, он сказал, он даже рассказал, как достичь хущуа в своем намазе. И он сказал мне, Хасан, когда ты совершаешь свой земной поклон, Старайся думать о том-то. И о каждой части намаза он сказал мне, о чем в это время нужно думать, чтобы достичь хущу, смирения. Итак, я расскажу вам, как достичь хущу. Мы перейдем к самому намазу, как его читать. Смотрите, я пришел к Мауляне и прошел с ним каждую часть намаза. Я переучивал свой намаз под его руководством. В каком смысле? Я приходил к нему в комнату, и он учил меня всему намазу заново. Мне было 18. А я молился всю свою жизнь. Лет с 12 я начал молиться. Но когда я начал у него учиться, я попросил его, не то что он сам хотел меня переучивать. Я сказал, Мауляна, я хочу пройти с тобой все. Научи меня читать намаз. И он этому так обрадовался. Рассказал другому устазу, что Хасан пришел ко мне научиться намазу. И я расскажу вам это. Я расскажу вам, как это было. Не буду просить повторять за мной сейчас. А мне он велел оттачивать с ним каждый аспект. Настройте камеру, чтобы было видно. Так вот, я буду показывать просто, ладно? Он сказал, во-первых, стопы. Обе они должны смотреть прямо на киблу. Некоторые разводят ноги вот так, в стороны. Он сказал так неправильно. Потому что в хадифе сказано, стопы должны быть в направлении киблы. И должен быть небольшой зазор между стопами. Потом он сказал, когда поднимаешь руки, поднимай их вот так. И показал мне прямо вот так где твои руки направлены четко в сторону киблы. Эти пальцы вместе, большие пальцы в сторону, и они на уровне мочек ушей. Он велел практиковаться снова и снова. Некоторые из вас скажут, а это просто, а, сделай, вот так будешь делать. А некоторые делают так и прочие вариации. Это требует много практики. Вот так надо. Все пальцы прямо и сложены вместе, а большие пальцы отдельно. И потом, когда складываешь руки, складывай их как маленький браслет от часов вокруг запястья. Большой палец сюда, а мизинец сюда. Три пальца здесь. И сложите руки под пупком. А потом он научил меня, как в каждой части намаза достичь хущу. Он сказал, когда ты стоишь, думая о словах «Налики яумиддин», о том, что ты вернешься к Аллаху в судный день. И ты стоишь сейчас здесь. Когда ты смотришь вниз на место земного поклона, это твой кабр, твоя могила. Так нужно стоять. Он учил меня молиться медленно, и дойдя до руку, он научил меня ряду приемов. И большинство делают это неправильно. Не делают как следует. Я практиковался с ним в этом довольно долго, пока не исправил. Во-первых, он сказал, когда совершаешь руку, твои ладони должны быть на коленных чашечках. На коленных чашечках. Во-вторых, он сказал, пальцы должны быть расставлены, это нормально. В-третьих, он сказал, зафиксируй ноги. В-четвертых, зафиксируй руки. В-пятых, и это самое сложное, повернуть, чтобы было видно. Ты кладешь ладони на свои коленные чашечки, расставляешь пальцы, фиксируешь руки, ноги. Большинство так не делают, смотрите. Ты должен. Теперь видно? Если вы не подадитесь вперед, если из этого положения вы не подадитесь вперед и не напряжете свои мышцы, если не подадитесь вперед вот так, а это сунна пророка, салам, спина не будет прямой. И последняя голова. Не следует ее опускать или поднимать. Нужно держать прямо. И вы знаете, Мауляна, вот в таком рукуру он стоял 20 минут в намазе Тахаджуд. Я стоял с ним, и мои колени дрожали. Я присоединялся к нему в Тахаджуде. Так вот это поясной поклон. Руку опосунье нужно делать так. Некоторые думают, чтобы выпрямить спину, нужно подогнуть колени. Нет, нужно зафиксировать прямые ноги, но нужно податься вперед. Мышцы икр слегка натянутся, но именно тогда достигается полностью прямая спина. Потом он говорил сами Аллаху лиман Хамида. Руки должны быть по бокам, а когда опускаетесь, устас научил меня удивительному способу. Он сказал, когда опускаешься, спина остается прямой. И это требует большой практики. Вот смотрите. Колени опускаются, а спина прямая, спина прямая. А руки где? Он сказал, руки должны медленно-медленно подбираться к коленным чашечкам и к конечной части бедер по мере опускания. Видите, спина вообще не согнулась. Он сказал, сначала опустись на колени, потом на ладони. А положение ладоней вот такое. Пальцы вместе, прямо в сторону киблы, Два больших пальца в стороны. Нос между двумя большими пальцами вот здесь. А лоб здесь. Он сказал, нужно расположить. Большие пальцы здесь, а нос прямо между ними. Таким и должен быть земной поклон. И с расставленными локтями. И пальцы ног тоже должны смотреть в сторону киблы. Нужно много практики, потому что когда вы поднимаетесь из земного поклона, по сунне вы должны подняться таким образом. Вы должны подняться с прямой спиной. С прямой спиной опускаться и с прямой вставать. Все мышцы бедер должны быть напряжены, чтобы так сделать. Многие делают саджа вот так, руку и так далее. Им без разницы, каким будет руку. И сидя в положении тахия, что делал Мауляна? Вот смотрите. Когда Мауляна сидел в тахия, у меня никогда не получалось. Я никогда не встречал того, кто бы так смог. Он ставил не только правую стопу вертикально пальцами к кибле, он сгибал и пальцы левой ноги по направлению к Кибле. Пальцы обеих ног были у него направлены в сторону Киблы. Видели такое? Мауляна делал так. Пальцы обеих ног в сторону Киблы. И Мауляна в своем намазе не двигался. Это еще одна сунна пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. В молитве шейх был очень погружен, проявляя удивительное смирение. Хушур. Давайте расскажу вам. Он сказал, когда стоишь, то ты смотришь на свою могилу. Когда ты находишься в поясном поклоне, он сказал, при этом смотри вниз. И он сказал, думай, когда ангел смерти придет по твою душу, он начнет забирать ее с ног. Он сказал, а в земном поклоне смотри на кончик своего носа. Ведь когда ты ляжешь в могилу, первая часть твоего тела, которая начнет разлагаться, это нос. А когда ты сидишь в тахия, перед Аллахом, аззаваджаль, то думай. На протяжении намаза он сказал, вся суть намаза в том, чтобы показать, что ты никто перед Аллахом. Что ты перед Аллахом никто. Снова и снова он давал мне уроки хущу, смирения. Говорил, о чем мне нужно думать. И Мауляна, рахим Отвечая на мои вопросы, у него не было вообще никаких ограничений на то, какой вопрос я мог бы задать ему. Знаю, да, да, на пару минут. Я немного продолжу до азана. Намаз в 40 минут, у нас еще 3 минуты. Расскажу вам еще кое-что о Мауляне. А после этого мы с вами, иншаллах, прервемся на Магриб. А после Магриба продолжим, ведь у меня есть столько всего, что рассказать. Даже не знаю, успею ли я рассказать все, что хотел, до того, как наступит Ашая. Но я сделаю все возможное, чтобы успеть. Так вот, я хочу, чтобы вы это послушали. Послушали эту историю. И после этого мы сделаем азан на Магриб. Ваш Муавин не даст азан, пока я не закончу Мауляна? Вы ему, пожалуйста, скажите, чтобы азан не прозвучал среди лекции. Однажды ночью я был в медресе, и я проснулся среди ночи. В два часа. Я думаю, что на тот момент в медресе было около 60 человек. Я проснулся ночью в комнате с шестерыми другими студентами. Мы все спали там. Просыпаюсь в два ночи. Кругом темно. И лишь немного света исходило от фонарей, которые были снаружи комнаты. Там были уличные фонари. Не то что уличные, а фонари внутри территории. И немного света от них попадало в здание. Желтоватый такой, янтарный свет был. И вот я проснулся в два часа ночи. И слышу La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha и это произносит не один человек, это была целая группа. Группа! Столько это говорили! И я просыпаюсь и думаю, так, в комнате никто не говорит. В здании никто не говорит. И я это слышу снаружи, из комнатного окна. И что я сделал? Я медленно поднял голову. Посмотрел в окно и не увидел ни единого человека. Где-то лежат листья, слегка дует ветерок. Я кинул взглядом все пространство до теннисных кортов. Я мог видеть все, вплоть до комнаты Мауляны в углу. Ни души не было, но я слышу очень громко. Слушал это добрых 2-3 минуты, смотрел в окно, а потом вернулся на свое место и уснул. А на следующий день на фаджр я пошел готовить завтрак Мауляне. На фаджр. В это время я тоже ходил к нему. Когда я пришел к нему на фаджр с завтраком, говорю, Мауляна, я слышал кое-что странное. Говорю, я не видел никого. Ни в здании, ни снаружи, я смотрел все вокруг. Но я слышал этот викр вчера. И я говорю Мауляне, говорю, я слышал это ля и ля и ля когда я готовил ему после фаджра. И Мауляна сказал мне, «А, так ты слышал это?» Я говорю, «Мауляна, что это было? Ведь никого не было». Он говорит, «Не переживай, больше не услышишь». Я говорю, «Мауляна, пожалуйста, скажи, я же хочу знать, что это было». «Что? Что это было? Я никого не видел». Говорит, «Не переживай, больше не услышишь». Никогда этого не понимал. Но когда он скончался, я рассказал это своему шейху в Бангладеше, Рашиду Рахману Фаруку. И муфтисап, мой шейх, сказал мне. Он сказал, это значит, что он учил джинов, как делать зикр ночью. Это была целая группа джинов, а в то время я не понял, была целая группа джинов снаружи, вылетавших из его комнаты. Они все собрались ночью, и Мауляна давал им талим, давал им инструкции, наставления касательно зикра. На самом деле, хочу рассказать вам истории о нем. Как он учил джинов? После магриб намаза. Я хочу, чтобы вы остались. Как только вернусь, иншаллах, расскажу, как он учил джинов. Как он индивидуально, одного за другим, учил джинов. В общем, прервемся на магриб и продолжим, иншаллах.